Гордість Кривбасу – справжні трударі, які цілими родинами працюють у шахтах, кар'єрах, на збагачувальних фабриках чи комбінатах. Кілька тисяч років – загальний криворізький стаж. У день гірників та металургів по чесним парадам прийшли проспектом Поштовим ті наші земляки, які власною працею створили славу сталевого серця країни. Много є в нас комбінат. Там працювали батьки, там працюють мої діти. Ну, любов комбінату. Я прийшла туди в 16 років. И вот я пошла, оттуда я пошла на пенсию. Работала я в геологическом отделе. Работают два сына сейчас. Пантюхов Андрей, Пантюхов Саша. Работал муж мой на комбинате, брат работал мой на комбинате. Я 45 лет проработала. Я работаю с 84 года на комбинате. Работали мои родители. Сейчас они уже пенсионеры. Но мы продолжаем династию. Отец меня водитель, я тоже водитель. Так оно и пошло все семейно. Я еще не совсем выросла для того, чтобы принимать уже точное решение. Но в голове пока что крутится, что делать. Пока что собираюсь на комбинат тоже по стопам родителей идти в эту сферу. Это люди. Среди них и многочисленные трудовые династии. Сегодня на комбинате их 43. Суммарный трудовой стаж более 11 700 лет. На этом предприятии работал отец, брат, я. Ну, сейчас работает дочка и внук работает машинистом экскаватора. 20 лет проработал. На предприятие я пришел в 84 году. По переводной шахты Орджоникидзе. 32 года отработал именно на центральном ГОКе. На ЦГОКе у меня работает сын центральной комбинатской лаборатории и невестка. То есть работает цеха сетей подстанции. То есть мы все, вся наша трудовая семья работает в разных цехах центрального ГУКа. Работаю на электровозе в карьере. Я работаю 20 лет, 27 даже. Я очень рад, что там работаю, мне все нравится. Ну все класс. На Сивгоке наш мой свекор был головой, ну теперь я. Все нормально, все хорошо. У нас семья очень большая, дружная, хорошая. Производство хорошее. Я проработала 43 года. Мой сын работает, зять мой работает, моего мужа, сестра. В общем, все очень много работают. Я не помню, сколько человек. Машинист автокрана. Два сына у меня работают с машинистом автокранов. Я сейчас на пенсии в данный момент, отдыхаю, а ребята работают. Невістка тоже работает, но она работает в цех связи. Ці люди міцніші за сталь, міцніші за гірську породу, сильніші за велетенські механізми та машини. Усе це підкорюється сталевим гірникам та металургам. І цю свою вдачу вони передають із покоління в покоління. Тож Кривбасу є і буде ким пишатися.